В Германии проходит крупнейшая за последние три десятилетия забастовка. Из-за протестов профсоюзов нарушена работа общественного транспорта, аэропортов и железных дорог. Deutsche Bahn приостановила в понедельник движение всех поездов дальнего следования. Профсоюз работников сферы обслуживания транспорта и инфраструктуры «Верди» призвал присоединиться к забастовке около 120 тысяч сотрудников. Wir streiken für 10%, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Die Inflationsrate in Deutschland ist gerade sehr hoch und war auch im letzten Jahr schon sehr hoch. Und die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen. Из-за забастовки в Германии ожидались масштабные заторы, но на деле ситуация оказалась не такой острой, в том числе благодаря дистанционной работе и отгулам на время протестов. Well, on the one way, it's affecting my comfort, of course, but on the other way, well, I'm really not sure what's going on with the guys' salaries and other stuff, so... But I think, like, they have rights to do things like this, like, half-half. Третий раунд переговоров с профсоюзами проходит в Потсдаме и продлится до среды. Федеральные и местные власти предлагают 5% повышение зарплат. Профсоюзы грозят новыми забастовками, если их требования не будут удовлетворены.